Цикл. Дэрил Ханна, Леа Гибсон, Джеб Бич, Мария Груэнблин. Ли Томачевский. В роли Майка Люк Камилери. В роли Джимми Борова Твен Холидей. Дэниел Проберт в роли Билли. Он убил всех нас. Он убьет и вас. Что? Это моя машина, Ричард. Захочу, буду курить. Черт. Автор сценария и режиссер Мишель Бафаро. Господи. Заправить? Да, пожалуйста, и проверьте заодно масло. Конечно. Открывайте капот. Это ваша заправка? Да. Бензиновый Боров. Милая названица. Вы из Калифорнии? Далеко направляетесь? В Бангор. Вы там бывали? Нет. Слишком далеко для такого простого жителя Пенсильвании, как я. Сколько вам еще ехать? 5-6 часов? Да, что-то около того. Масло в норме. Чудесно. Сколько я вам должна? Все хорошо? Сегодня предстоит холодная ночка. В такие ночи я даже из дома выходить не люблю. Ясно. Я не хочу пугать вас, мисс, но вы уверены, что хотите всю ночь тащиться на машине в Бангор? А который сейчас час? 9 вечера. Да ну. Куда только девается время. Сколько вы сказали, я вам должна? Вы могли бы переночевать в гостинице, а завтра с утра уехать. Так было бы безопаснее. Спасибо. Джимми. Джимми. Спасибо за то, что вы за меня беспокоитесь, но мне пора. 39. Извините, что? Бензин стоит $39. Да, конечно. Простите. Вот, пожалуйста, 40. Сдачи не нужно. Спасибо.
Господи, пронесло. Боже. Помогите. Помогите. Черт. Это же как нужно было обкуриться, чтобы выбрать такой маршрут. Господи. Черт. Ты что, с ума сошла? Я чуть тебя не сбила. Я с тобой разговариваю. Помогите. Так, не подходи ко мне. Нет-нет, пожалуйста, послушайте. Вы не понимаете. Он идет сюда. Он сейчас где-то там. Ищет меня. Слушай, мне не нужны неприятности. Я просто хочу вернуться в машину и... У тебя на лице кровь. Пожалуйста, поедемте. Едем, пока он нас не нашел. Пока нас не нашел кто? Как ты сюда попала? Мои друзья. Где они сейчас? Они мертвы. Сейчас мы поедем в город, и тебе там окажут помощь, ладно? Хорошо? Извини. Вот, хочешь? Ладно. Черт. Имя-то у тебя есть? А? Ты что-то сказала? Эми Сингер. Меня зовут Эми Сингер. Так, хорошо. Уже кое-что. Как ты себя чувствуешь? Ты не ранена? Что-нибудь болит? Со мной все в порядке. Это не моя кровь. Хорошо. Расскажи мне, как ты очутилась на этой дороге. Сколько времени ты бродила по лесу? А какой сегодня день? Пятница, 19 число, 19 ноября. Два дня. Прошло всего два дня. Бедняжка. Послушай, ты должна мне рассказать, что произошло, хорошо? Начни по порядку. Нас было пятеро. Майк, Грег, Тэмми, Лиза и я. Мы приехали сюда, чтобы осмотреть местность, где собирались начать добывать уголь. Ты студентка? В Бостоне. Наш профессор по окружающей среде предложил нам выгодный обмен. Он сказал, что раньше в этих местах было индейское захоронение. Сказал, что если мы найдем кладбище, то сможем помешать разрушению местности. Найти кладбище, остановить добычу угля и обеспечить себе зачет. И тогда мы упаковали вещи... И отправились на поиски захоронения. Вот так все началось.
Майк, может, в следующий раз ты раздобудешь машину с исправным туалетом? Зацените татуировку Тэмс. Отвали, Грег. Грег, может, перестанешь выпендриваться? Майк, сколько нам еще ехать? Осталась еще одна остановка на заправку. Ты что, шутишь? Так мы всю стипендию потратим на то, чтобы туда добраться. Что потратим на бензин, сэкономим на мотелях. Это более экономно. И удобно. Мы сможем остановиться прямо на месте захоронения и завтра с утра сразу приняться за работу. Брэдфорд. Это там случился несчастный случай с шахтерами? Да, 19 декабря 1967 года. Кстати, вы знаете, что это была самая ужасная трагедия на шахте в истории Пенсильвании? Тэмми, может, не будешь читать нам лекции по истории? Погибло 239 человек, Грег. Просто не верится, что виновных так и не нашли. Это издержки профессии, Эми. Что? Издержки профессии. И ты еще хочешь быть экологом? Когда-нибудь. Для кого? Для политиков? Наша работа состоит в том, чтобы защищать окружающую среду от разрушения. Делая это, мы оберегаем и человеческую расу. Экологи часто заставляют людей верить в то, что во всем виновата промышленность, хотя на самом деле это не доказано. А как же увеличение количества осадков в Азии, а невыносимая жара в Европе, сильнейшие ураганы и ветры в Америке? Это разве не доказательство? Да, не считая тающих ледников. Знаете что, я сам разберусь, что считать естественным, а что нет. И только потом примусь за составление отчета. Господи, Грег, ты похож на ребенка, верящего во все, что говорят по телеку. Для тебя попытки приукрасить ложь — то же самое, что и правда. Это экономика. Сейчас это нефть, газ, уголь. Через 10 лет, возможно, даже раньше появится плутоний. Что, по-твоему, тогда люди захотят, чтобы их правительство сделали? Без понятия. Спроси их самих. Сейчас? Нет, это ты их спроси. Спроси их, когда остановятся моторы, и в домах будет холодно. И все выйдут на улицы, а те, кто раньше никогда не знал чувства голода, будут голодать. Им не нужны будут объяснения. Они потребуют, чтобы их правительство решили проблему. Мировая экономика держится на ископаемом топливе. И пока мы не найдем альтернативного источника энергии, шахты будут продолжать рушиться. Войны не прекратятся, и, к сожалению, те, кто умирают в попытках обеспечить нас энергией, будут считаться оправданной жертвой, как те шахтеры из Брэдфорда. Какая чушь, Грег. Это правда, Майк? Как бы мы добрались до Эрроухеда без бензина? Кстати, о нем. Может, поедем уже? Да, в дорогу. Эй, полегче там. Какое классное местечко. Меня сейчас тошнит. Ничего здесь не трогайте. Перед вами часть американской истории. Это ты правильно подметила, девочка. Ступай-ка в дом, мальчик. Я не закончил. Пошел отсюда. Вам что-то нужно? Нам нужен бензин. Тогда вам придется залить его в бак самим, и масло тоже придется проверять самим. Деньги вы тоже берете за самообслуживание? Грег, не проверишь масло? Ладно. У вас здесь кофе есть?
Разумеется. Послушайте, Билли, я просто хотела извиниться. За что? За то, что мы вас так разглядывали. Это было некрасиво. Мэм, такое со мной случается постоянно. Простите, сэр. Сдачи не будет? Давайте я помогу. Спасибо, мам. Эми. Кажется, этот тип на тебя запал. Эми, признай же, он немножко чудаковат. Перестаньте уже. Может, ей просто не терпится оказаться с этим волосатым чудовищем в одной постели. Эми! Господи, нельзя же так подкрадываться к людям. А что вы здесь делали? Кто там у вас в сарае? Собака. Эта лохматая псина там живет. Не очень-то похоже на собаку. Это существо вздыхало или... Или мне показалось? Вы ее видели? Нет, я ничего не видела. Эми? Что случилось? Он пытался тебя лапать? Нет, он меня не лапал, Грег. Я просто испугалась. Чего? Собаки Билли. Собаки Билли? Не бери в голову, Грег. Уже поздно. Нам пора ехать, если мы хотим попасть в Arrowhead до наступления темноты. Arrowhead? Зачем вы туда направляетесь? Из-за исследований. Мы студенты. Мы просто едем туда, чтобы провести анализ местности. Взять образцы земли. А что? Билли? Мы зря тратим время. Поехали уже отсюда. Вот. Держи свои деньги за бензин.
Он за меня беспокоится, Билли. Не обращай внимания. Я могу понять его чувства. Было приятно познакомиться. Логово дьявола. Прошу прощения. Так называют то место, куда вы едете. Местные прозвали его логовом дьявола. Логово дьявола. Именно так он и сказал. Боже. Ты рассказала остальным? Эми? А что случилось потом? Несмотря на то, что мы приехали поздно, и если не считать событий на заправке, все шло по плану. Майк припарковал трейлер поближе к месту раскопок. Потом мы подготовили на следующий день все необходимое. Это был тяжелый день для всех нас. Поэтому, зная, что основная работа еще предстоит, мы легли спать рано. Я так устала, что как только коснулась головой подушки, сразу же вырубилась. В ту ночь меня ничто не могло разбудить. Даже возня Грега и Лизы в соседней комнате. Ничего. Ничего, кроме... Это ведь не ты? Нет. Ребята, что там такое? Почему все вокруг трясется? Это не смешно. Мы все поняли. Что случилось? Что случилось? Что это было? Это землетрясение? Может, это было землетрясение? Похоже. Что за фигня? Боже мой. Боже. Что происходит? Что это? Господи. Что это, черт возьми, было? Видишь что-нибудь? Нет. Что это? Грег! Грег, не выходи! Я рад, что мы все застраховали свою жизнь. Не смешно, Грег. А я и не шутил. Наши инструменты. Этот урод над нами издевается. Кого ты имеешь в виду? Теперь мы в расчете, Билли. Тебе удалось до смерти перепугать всех, включая меня. Недурно придумано. А теперь почему бы тебе и твоим дружкам не пойти и не подрочить вместе по такому поводу? Спокойной ночи, Билли. Он ушел. Ты куда? Пойду вздремну. Кто со мной? А как же инструменты? Забудь о них, с утра разберемся. Подожди меня, Грег. Иногда он меня просто удивляет. Мне страшно, Майк. Этого они и добивались. Пойдем. Возможно, нам лучше уехать. Помни, что сказал Билли? Он пытался нас предостеречь. Мы уже это обсуждали, Эми. А что, если это священная земля? Что, если это были местные жители? Может, они подумали, что мы имеем отношение к добыче угля? Пойдем. Нам пора немного поспать. Я не могла отделаться от навязчивого ощущения, что за нами наблюдали. Наблюдали? За остаток ночи больше ничего не случилось. А что произошло потом?
На следующий день выдалась прекрасная погода. Идеальные условия для работы. Поначалу мы ничего не могли найти. И вдруг Грег на что-то наткнулся. Поначалу я не верила, что он что-то нашел, но когда увидела это своими глазами... Грег, он один спас местность и обеспечил нам зачет. Но настоящая работа началась, когда мы начали выкапывать кости. Человеческие кости. Человеческие кости столетней давности. Они были повсюду. Это было основное захоронение. Ну, что там у тебя? Тазовая кость. Молодец. Спасибо. Кажется, скоро пойдет дождь. Ребята, собираются тучи. Может, соберем вещи и вернемся в трейлер? Давно пора, Майк. Неплохо, Лиз. Привет, ребята. Давай закругляться, детка. Нам пора. Что ты там нашла? Похоже на верхнюю часть челюсти. Неплохо сохранилась, да? Это точно. Отличное состояние. Я и не знала, что у них уже тогда лечили зубы. Что ты имеешь в виду? В зубах остались золотые пломбы. Это невозможно. У местных жителей не было стоматологов. Ты уверена? Дай-ка взглянуть. Где ты ее нашла? Здесь, а что? Майк! Мы сразу не поняли, что подумал Майк. Тэмми пыталась развеять его подозрения. Убеждала его, что стоматологи используют пломбы уже на протяжении 100 лет. Майк не был так уверен. На обратной стороне есть надпись. С любовью, Мэри. 2002 год. Могилы были неглубокими, в отличие от могил местных жителей, которые мы раскопали раньше. Доходило до того, что стоило только копнуть землю, и мы тут же натыкались на останки какой-то очередной жертвы. Это дело рук какого-то монстра. Он закопал их вместе с золотыми цепочками, браслетами. Этот ублюдок занимается этим не ради наживы. Один Ролекс стоит как минимум 50 штук. Некоторые тела находятся на ранних стадиях разложения. Отметь это место на карте.
Какого черта? Грег, только не говори мне, что ты оставил ключи в машине. Бежим. Что случилось потом? Эми, что случилось потом? Он догнал Лизу. Помогите! Помогите мне! Лиза! Что тебе нужно? Нет! Нет! Прекратите! Прекратите, пожалуйста! Вы же ее убьете! Боже мой. Боже. Нет. Черт. Вставай. Какого черта? Бежим! Проклятие. Что? Трус паршивый. Тише, не ори так. Ты просто кусок дерьма. Этот монстр хочет убить нас всех. Нам нужно держаться вместе, иначе ни один из нас не доживет до утра. Я испугался. Мы все боимся, Грег. Тогда почему мы, черт возьми, ничего не сделали? Мы ничего не могли сделать. Мы должны были сделать что-нибудь. Грег, поверь мне, мы ничего не могли сделать. Черт. Прости меня.
Сволочь! Я сомневалась, что все это происходит наяву. Может, это просто был кошмарный сон. И я на самом деле в безопасности спала у себя дома. Но это чудовище за нами повсюду следовало. До того, как я тебя подобрала, я остановилась на заправке. Там был один тип. Ему нужно было убивать. Ну и сама охота на нас ему нравилась не меньше. Может, даже... больше. Эми, а что, если ты просто выдумала этого маньяка? Я не считаю, что он не существует, но, возможно, твое сознание просто исказило его образ. И из-за того, что он совершал такие вещи, ты вообразила себе какое-то чудовище. Ты уверена? Я так же уверена в этом, как в том, что сейчас нахожусь с тобой в этой машине. Кэрри? Я видела его своими глазами. Здесь мы в безопасности. Слава богу. Через несколько часов взойдет солнце. Тогда мы сможем идти быстрее. Дай мне карту. Зачем? Чтобы найти другую дорогу, ведущую на трассу. Я никуда не пойду, Майк. Пока эта тварь от нас не отстанет. Не психуй, Тайми, у нас нет на это времени. Слушайте, скоро все равно кто-нибудь заметит, что мы пропали. О том, что мы здесь, знают только два человека, профессор и Билли. Мы знаем, что этот маньяк держится в тени. Сукин сын знает эти места, как никто другой. Ему нужны мы. Он охотник и найдет нас. А теперь дай мне, пожалуйста, карту. Пожалуйста, прошу тебя, дай мне карту. Спасибо. Ничего, Тэмми, ничего. Сколько, по-твоему, нам идти до бензинового Борова? Пешком? Не знаю, наверняка весь день, не меньше. Если мы доберемся до заправки, я уверен, Билли нам поможет. Где Тэмми? Где она? Где Тэмми? 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 Где ты? Боже! Ради всего святого. Что, теперь мне надо спрашивать у вас разрешение пописать, да? Ты с ней разговаривай. Я сделала что-то не так? Перестань, Тэмми.
Лучше разговаривай потише, а то появится этот урод. Эми, постой. Эми, остановись. Пообещай, что больше такого не случится. Ты должна пообещать Тэмми. Тэмми? Ты что-то сказала? Не обращай внимания. Пойдем отсюда поскорее. Я знала, что ты не оставишь меня здесь. Тэмми! Нет! Беги, Эми! Прячься! Скорее, Эми. Скорее же. Господи, Эми, да быстрее же. Он уже близко. Майк! Ты не ранен? Ничего, просто дыхание сбил. Выбраться можешь? Черт! Кажется, я попал, Эми. Может, я смогу? Черт! Майк, он идет сюда. Прячься.
Майк. Господи, я уже решила, что нам конец. Он еще вернется. Что же нам делать? Мне ничего делать не придется, Эми. Ты должна идти одна. Я тебя здесь не оставлю, Майк. Может, мне удастся найти ветку или... Такую длинную ты вряд ли найдешь. Но, Майк, я должна попытаться. Должен быть способ вытащить тебя. Его не существует, Эми. Посмотри. Я здесь застрял и вряд ли смогу выбраться. Признай это. Ты должна идти. Иначе можешь закопать меня здесь, потому что я никуда не иду. Вот. Возьми. Придерживайся моих пометок. Не выходи на дорогу. Иди параллельно ей. Не показывай карту никому, кроме полиции, поняла? Хорошо. Тебе лучше поторапливаться, если хочешь вернуться до темноты. Мне так жаль, Майк. Не стоит. Просто не забудь принести с собой длинную веревку, ладно? Да. Я вернулась на автозаправку еще засветло, с запасом времени, чтобы спасти Майка. Понимаешь, как я себя чувствовала? И ты все рассказала Билли? Я рассказала ему о могилах. Сказала, что Грег, Тэмми и Лиза погибли. Рассказала ему, что Майк угодил в яму, и что все это дело рук этого ужасного чудовища. И как он на это отреагировал? Не совсем так, как я ожидала. Черт вас побери! Я же предупреждал вас, разве нет? Ты не сказал, что в окрестностях бродит серийный маньяк. Ты бы мог уточнить этот момент. Конечно. Для вас, умненьких студентиков, простого предупреждения уже недостаточно, да? Послушай, я просто хочу вытащить Майка оттуда, прежде чем с ним что-то случится. Ты мне поможешь или нет? Там, рядом с автоматом. Висит веревка. Я бы сам ее достал, но эти крюки ни на что не годятся. Может, от них было бы больше проку, если бы я их изредка смазывал. Это Билли. Пойди заведи грузовик.
Не спрашивай, зачем. Тащи свою задницу сюда. У нас неприятности в Эроухеде. А ты хорошо бегаешь по пересеченной местности, девочка. И как ты умудрилась добраться сюда невредимой? Если бы я так не волновалась за Майка, то сомневаюсь, что вообще бы выбралась из леса. Да. Но теперь ты можешь расслабиться. Думаю, мы достанем его оттуда уже через несколько часов. Я примерно представляю себе местонахождение той ямы, куда он упал, но нам все равно понадобится та карта. На всякий случай. Эми? Что-то не так? Как ты узнал про карту, Билли? Черт побери, Эми, ты мне и вправду понравилась. Никто раньше не был со мной так добр, как ты. Почему ты и твои дружки меня не послушали? Почему? Почему, черт подери? Как ты узнал про карту, Билли? Я предупреждал вас, чтобы вы туда не совались. Взгляни на нее, парень. Посмотри на нее внимательно. Потому что эта мелкая сучка чуть было не упрятала тебя за решетку на долгое-долгое время. И не строй из себя несчастного. Ты что, хочешь провести остаток своей никчемной жизни в тюряге? Нет. Я так не думаю. Так что тебе стоит возблагодарить небо, что она сперва пришла ко мне. Что я тебе говорил об убийстве группы людей? Не зевай. Не зевай. Именно так. И ты знаешь правила. Если убиваешь одного, ты должен убить их всех. Иначе оставишь в живых свидетелей. А ты знаешь, что это значит? Неприятности. Извини, что я вышел из себя, Тоби. Но я о тебе же забочусь. Ты ведь мой брат. Моя обязанность отчитывать тебя за все ошибки, которые ты совершаешь. Ты должен понять, что все наши действия в жизни рождают последствия. А теперь подумай вот о чем. Я так же завишу от тебя, как ты от меня. Что случится со мной, если ты проведешь остаток жизни за решеткой? Может, это и эгоистично, но если ты это запомнишь, то сможешь избежать тюрьмы. Так где? Где там эта карта? Где она? Не играй со мной в игры, стерва. Я не вчера на свет родился. Мне нужна карта. Та, где вы отметили место захоронения. Тоби видел, как вы отмечали его на ней. Посмотрим. Обыщи ее. Проклятие. Если ты еще раз так облажаешься, я сам тебя сдам в руки полиции, брат ты мне или нет. А теперь пойди и принеси мне эту карту. Ты знаешь, куда он направился? Выпытай у ее дружка, где она ее прячет. Будет упрямиться, полей его бензинчиком. Тогда он точно скажет, где карта. Да он тебе все что угодно расскажет. Нет.
Она останется со мной. Пока ты будешь занят, мы немного развлечемся. Я лучше умру. Я тебя в любом случае трахну. Мне все равно, в каком виде. А теперь иди, принеси мне карту. Ну? Ты меня не спросишь? О чем? Какую новую пытку ты мне приготовил? Да брось, Эми, разве ты не хочешь узнать? Я уверен, что эта мысль сейчас просто покоя тебе не дает. Мне плевать. Убийца ли Билли? Убийца ли я? Разве ты не хочешь это знать? Да, это так. Я такой же маньяк, как и Тоби. Да. Он убивает по моему приказу, когда я этого захочу. Без вопросов. Ясно? Зачем? Ты когда-нибудь слышала о трагедии на шахте в Брэдфорде в 67-м? Да. Да, конечно, слышала. Ты же у нас умненькая студенточка. Ведь так? Но вот о чем ты не слышала, так это о том, что ту шахту использовали для хранения токсичных отходов. Когда она обрушилась, вся эта дрянь вылилась в воду, которую мы пили. Некоторые умерли. Некоторые выжили. Выжившие, по большей части, заболели раком. Женщины рожали уродцев. Моя мать была среди выживших. Тот сарай, где ты впервые видела Тоби. Там наша мама запирала нас, когда они с отцом работали на автозаправке. По ее словам, чтобы с нами ничего не приключилось. Лично я думаю, что она просто стыдилась нас и прятала, чтобы не отпугивать клиентов. Так или иначе, тот сарай был не очень уютным местечком. Так что люди, которых мы убиваем, заслужили смерти. Каждый из них. А я, Билли? Чего заслуживаю я? Папа говорил, не давай им отнять эту землю у тебя, сынок. Потому что реальный мир съест тебя с потрохами, и ты никогда не выживешь. Это закон самосохранения, Эми. Поэтому мы убиваем. Легко судить людей, когда ничего о них не знаешь. Ты не слышишь того, что слышим мы. Не видишь того, что видим мы. И не чувствуешь того, что чувствуем мы. Так не суди нас. Пожалуйста. Пожалуйста, я больше не могу. Ладно. Я закончил. По крайней мере, с болтовней. Нет.
Я знал, что мне в тебе понравилось, девочка. Ты можешь постоять за себя. Мне это нравится. Черт! Майк. Майк. Эми, помоги! Помоги мне! Он просто стоял там и ждал. Что он с тобой сделал? Не знаю. После этого я ничего не помню. Кэрри, что если он прикасался ко мне? Тебе просто нужно немного отдохнуть. Я не хочу отдыхать. Я не могу. Не могу спать. Мои друзья мертвые. Только сейчас они были здесь, а теперь они мертвые, и их ничто не вернет. Ничего уже не будет так, как прежде. Я тоже себя когда-то так чувствовала после смерти Ричарда.
Это он на фотографии. Да. Его мечтой было объехать всю Америку. Окольными дорогами, разумеется. Он специально для этого путешествия купил отремонтированный «Жук» 74-го года выпуска. Он умолял меня поехать с ним, но я была занята. Не знаю и не помню, что у меня были за дела. Я сделала эту фотографию в тот день, когда он уехал. С тех пор его больше никто не видел. Что, если бы я попросила его остаться? Что, если бы я поехала с ним? А если бы попросила остаться, не ехать или подождать? Если... Я годами задавала себе эти вопросы. Но теперь я здесь с тобой и еду по тому же участку дороги, где пропал Ричард. Знаешь, у тебя все будет хорошо. Со временем ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Обещаю. Если что, я спрошу с тебя. Знаю, что спросишь. Чем могу помочь, мэм? А где телефон? Спасибо. Заправить вам машину? Да-да, конечно, заправляйте. Служба спасения 911. Здравствуйте, мне нужно поговорить с полицией. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Полиция Брэдфорда, офицер Крейг слушает. Здравствуйте, офицер Крейг. Меня зовут Кэрри Митчелл. Мне нужно сообщить о недавно случившемся происшествии. Хорошо, мам, я вас слушаю. Я ехала на север по 87-му шоссе, когда на дорогу передо мной выбежала девушка. Вы сбили ее? Господи, да нет же. Чуть было не сбила, но я поэтому и звоню вам. В чем дело, мэм? Мне кажется, что ее жизнь в опасности. Опасности? Какого рода? Она сказала, что кто-то ее преследует. Она говорит, что за ней гонится какой-то псих, и что он убил четверых ее друзей, не считая других жертв. Где девушка сейчас? Она в безопасности? Да, она сидит в моей машине. Мы сейчас на какой-то автозаправочной станции, бог знает где. Как зовут девушку? Эми Сингер. Она студентка Бостонского университета. Вы сказали Эми Сингер, мэм? Да, Эми Сингер. Как вы сказали, вас зовут? Митчелл. Кэрри Митчелл. Скажите мне кое-что, мисс Митчелл. Какой кайф вы получаете, совершая подобного рода звонки? Простите? Думаете, это смешно? Мне так не кажется. Я не вижу в этом ничего забавного. Эта линия предназначена для экстренных вызовов. Да, но я и звоню по этому поводу. Да ну. Простите, я вас не совсем понимаю. Эми Сингер мертва. Этой девушке вот уже 5 лет как нет в живых. Оставьте ее в покое, слышите меня? Повесьте трубку. Невозможно. Извините, мэм. Куда она делась? Кто делся? Девушка, с которой я приехала. У нее на лице были кровавые разводы и... Будете платить наличными или кредиткой? Наличными, наверное. 30 баксов. Посмотрите в туалете, с другой стороны заправки. Хорошо, спасибо.
Я не сумасшедшая. Пожалуйста, впустите меня. Помогите, впустите меня. Уходите, мне не нужны неприятности. Пожалуйста, он меня убьет. Он меня убьет. Я сказал, убирайтесь. Не кричи. Это я, Джимми, с той заправки, где ты была. Успокойся, я тебя не трону. Я приехал, чтобы помочь. Просто расскажи мне, что она тебе сказала. Скажи, что? Чтобы душа Эми Сингер успокоилась. Я тебя сейчас отпущу, ладно? Обещай, что не будешь кричать. Черт. Да у тебя нога сломана. Скажи мне, черт возьми, что здесь вообще происходит? Сегодня 19 ноября, день гибели Эми Сингер. Она каждый год появляется здесь, в этот день. Я целых 2 часа слушала ее рассказ, а теперь ты и полиция на пару убеждаете меня, что она привидение? Эми Сингер не знает, что умерла. Ее призрак продолжает заманивать сюда людей, а Тоби продолжает их убивать. Нам нужно понять, что ее держат на земле, иначе погибнет еще много людей. Откуда ты это знаешь? Но ведь она тебя сюда привела, не так ли? Та старая вывеска с другой стороны. Там ведь раньше был бензиновый Боров. Здесь все и началось? Здание разобрали 4 года назад, когда заправку купила Go-Go-Gas. А что? Есть карта. Какая карта? На ней указано место захоронения остальных жертв. Она рассказала мне об этом, когда мы ехали в машине. Где карты? Она тебе сказала? Дух Эми не успокоится, пока эту карту не найдут и не отнесут куда надо. Ты должна мне все рассказать. Как ты узнал, что она появится перед моей машиной? Ее мог подобрать любой, кто ехал по той дороге. Я просто почувствовал. Почувствовал? Видишь ли, мы все родились с увечьями. Мой старший братец Билли родился безруким. Мой брат-близнец Тоби. Его природа наградила таким лицом, на которое без страха могла смотреть лишь мать, и яростью, перед которой спасовал бы сам дьявол. А что досталось тебе? Я родился с даром предвидения. И что ты видел? Скажем так, убийством должен быть положен конец. А теперь скажи мне, где карта?
Кто там? Это ты, Тоби? Я просто делаю то, что должен был сделать много лет назад. Убийства должны прекратиться. Я не хотел, чтобы все так закончилось, Тоби, но я положу этому конец. Нет, Джимми, нет. О, Господи. Джимми, что случилось? Я слышала выстрел. Джимми? 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 Боже, что произошло? Джимми? Джимми? Теперь... Дядя Джимми вряд ли вам поможет. Ты маленький ублюдок. Ты его застрелил, да? Пришлось. Он собирался убить дядю Тоби. Что он вообще делал в лесу? Теперь мы вряд ли это когда-нибудь узнаем. Где твои манеры? Пялиться на людей неприлично. В ролях Кэрри Митчелл, Дерри Ханна, Эми Сингер, Леа Гибсон, Майк, Люк Камилери, Лиза, Ли Томачевски, Тэмми, Мария Груэндлинг, Грег, Джеб Бич. Автор сценария и режиссер Мишель Бафаро.